Друзья, всем привет! С вами канал Будды Гриш. сегодня пишет о том, что общественность оценила новый призыв, внесенный в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента на территории Российской Федерации Министерства МРФ Галкина. Вот, послушайте его. Милии, кого мы аж гришту в это вас увисишки и новая программа. Лауксю юсу сава концертуся, Вильнюя, Кауня, Шаулюся и Клайпидоя. Атеките, бус смогу, и кигриту. Ну вот, друзья, вы сами слышали новый призыв. Как вам, собственно говоря, новый язык, на котором изъясняется? Люди пишут много отзывов. Я сейчас почитал, что вызывает, приковывает внимание к себе. Пишут, Галкин заявил, что народ нужно готовиться к его концертам. Звучит как угроза. Причем теперь он собирается гастролировать по просторам бывшего СССР. То есть в Европе, Очевидно, русофобская повестка сходит на нет. Люди уже на шутки про бразильскую попку Успенской песни. уже он докатился до того, что просто поет песни, что и Цоя. Уже люди не идут, естественно, деньги не несут. А кому надо это в Европе идти слушать? Я не говорю про песни Цоя и Шатунова, я говорю про то, что Галкин их исполняет. И, естественно, ему нужно по просторам бывшего СССР, потому что там те деньги, которые он еще не, как ему кажется, заработал, он в Казахстан пытался сунуться, чем все это закончилось вы наверняка знаете. Юморист оставил пост на русском и литовском языках. Ну вот здесь я в СМИ увидел, в частности, только на вот литовском выступление шоумена, шоумена намечено в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шауляй на начало марта. Также он в турне по Эстонии собирается отправиться. Россияне отреагировали на данный призыв Галкина, заявив, что семье нужны деньги, поэтому Галкин вынужден зарабатывать любым доступным способом. Некоторые отмечают, что у Прибалтов уже денег нет на юмористические концерты Галкина. Значит, также в России считают, что адекватные русские, проживающие в Эстонии, никогда не пойдут на концерт юмориста. Друзья, ну, вы знаете, мне кажется, адекватные люди, проживающие где-либо, никогда не пойдут на концерт юмориста. Слишком возвеличили, слишком возвели. По сути, еще раз говорю, это человек, который в аншлаге выходил между Дроботенко и Гальцевым. Поэтому, пародируя голоса Лукашенко, Жириновского и там, политических деятелей, видных публичных людей, поэтому ну да, он будет зарабатывать как может. То есть он сейчас будет лезть везде абсолютно, стараясь организовать концерты, я не знаю, там от автобуса до, э, до перехода и до любой площадки, потому что все меньше и меньше будут. С, он, он, же понимает это прекрасно, поэтому Пугачева выкатила вот это вот обращение, потому что он понимает, что в, внука Никиточку она продвинула здесь, понимаете, и ей казалось, что подрастающее поколение ее тоже будут такими известными, популярными, знаменитыми, которые будут на телевидении, там везде и все. А сейчас получается, что ее не станет. Куда Галкин сунется? Кому, где он нужен? Его популярность спадет на нет. Все, на этом закончилось, так скажем, звездная династия. Что она Кристину продвинула, Дальше они начали продвигать. То есть дальше, чтобы эта династия продолжалась в виде именно звездной династии. А теперь она закончилась, вы понимаете? Для Пугачева это окончание того, когда она могла своих, скажем так, она, наверное, готовила то же самое примерно и для Лизы с Гарри, а теперь она понимает, что они никогда не будут звездными, скажем так, понимаете? Вот и все, поэтому... А для Галкина это возможно сейчас уже просто не купаться в звездности, а просто денег заработать вопрос выживаемости. А все капиталы, которые созданы, это все проедается довольно быстро. Друзья, что вы думаете на сей счет, особенно с их образом жизни? Что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников, новости из разных источников, политика с моими комментариями. Все это телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Друзья, и кому в принципе хочется больше политики, подписывайтесь на канал Будда Гришна на Рутюб. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.